Так, всем привет, с вами Санёк 050, сегодняшней серии мы тюнингуем мой X5. Да, вот сейчас вот Дэн мне поставит. Так. Дэн. Так, чип есть. Давай, мне чип нужен. Да, о. Поставь. Заглушить. Конечно, X вообще. Еще зло, не X. Мне вообще нравится X. Я вспомнил, у меня когда-то был X, но фоток нету с этим X. Ну ладно, я пока лампу фоткаю. Думал, может как-нибудь себе такую лампочку прикупить. На. Да. Вот он. Только денег снять надо. Так, в тюнинг только один надо снять. Моя квартира. Заодно я вам покажу квартиру. Зайти в дом. А, тут даже пароль не надо. Вот такая она. Вот, покажу быстренько, чтобы серию не затягивать, потому что они рендерятся долго потом очень. Вот. 8. 8 мест у меня. Поехали до банкомата. Банкомат на БУ. Есть так. Лагерь, потому что не почистил комп, я обычно его надо чистить типа от ошибок перед каждой серией, получается, вроде так. Был у меня X все-таки, а вот номер я не помню, кто был на X. Ну только не вылет, пожалуйста. Спасибо. Раб. Краб, ёпт. Что не работает? Ясно. Так, кстати, не вообще что. Ну, я думаю, сколько. Лямчик снимем. Да даже 1500. Ну, давайте лямчик. Снять лямчик. Да. Так. А, заодно заправиться надо. Заправиться. Бензинчик, бензинчик. Оп. О. Давайте 98 плюс. Да, сколько еще на бенз потрачу только. Ну, как видите, у нас пока что... На X я тоже сейчас куплю номерочки какие-нибудь. Но я не знаю, какой хочу на московском регионе. 97, 197, 177, 77. Вот именно такие. Ну, можно 3 семерки. Так, я погнал. Так, я погнал. А, он типа, чтобы приземлился на его и убило. Да, коматоз ты даешь. У нас уже секта БМВ, какие-то у нас одни БМВ, нам в следующей серии. Может как-нибудь себе куплю кому-то другую тачку, так давайте залетаем. Тюнинг. Посмотрим, что по дискам. Сплиттер. Но я думаю, делать так, делать на максимум. Давайте добавить в корзину диффузор. Диффузор это сзади. Я помню, так. Ну да, такой уже получит, такой посолиднее прям. Спойлер, сток, диски. Вот диски мне и стандартные вроде бы нравятся, а вроде бы и нет. Вот и такие норм. Там сейчас где? Осаны уже на X я не хочу. Так. Ворки вот что-то типа вот таких в норм смотрится. Но хаммены как-то не особо мне заходит что-то. BBS точно нет. Я знаю, какие мы еще поставим. Все. Я точно знаю. Сейчас до них долистаем. Я просто смотрю, может что-нибудь нравится, другое. И поставим. Вот где норм были. Нет. Ворки. Наверное, что-то не очень. С
поставится М4, передний бампер. Ого, а что, есть другой передний бампер? А, ноздри, да, ноздри поставить. Нифига себе, за ноздри 75 кусков. Ёпта. На. Да-да-да. Что-то большие дюжи. Вот и так что-то. Так, задние пошире. Спереди что-то поширение. Давайте тоже пошире. Развал прям маленький-маленький. Тут чуть-чуть маленький. Вылет надо сделать. Тут что-то они вообще не... Вот так. Так, сзади надо прям, чтобы так смотрелось прям широко. Еще 70 кусков, да. Я, конечно, тратить сумею. Передний бампер ксенон. А, ну, в принципе, давайте такой 4300. Номерные рамки. Так. M Performance, скорее всего, я думаю, поставить, да. Drive 2, смотрю. MG. M-полосы. Вот или M-полосы, или M-performance. Ну давайте M-performance поставим прочее. Так, а что меняется? Крыша. Я один еще не заметил, что меняется. А, выхлоп. Ну, давайте выхлоп. Капот. И капот самый злой поставим. Капот добавить. Как слить 600 кусков? На. Я мастер. Нет. Ну, не. Сохранить, выйти. Конечно, ладно, диски можно будет чуть-чуть побольше сделать. Так, тонировка. Так. Ну, так, передние. Примерно вот так же, а лоб вот так где-то. Лед сильно просвечивается. Давайте зад так. Во, зад вот так, перед вот так. Ну, в ноль, конечно, катать тоже неохота. Во. Сейчас едем на СТО, съездим, вот. Ну ё-моё, всё, короче, комп уже перегрелся. Так, на СТО, если что, диски можно побольше сделать, мне кажется, всё-таки. Давайте сохраним эти настройки, сохранить. X5M. M. Бешеный. Да. Подвеска. 0,5. И 6 это. Чё? А, 4. 4,5. Вот что-то такое. 0,45. 0,4 пусть. Поедем сейчас, можно дисочки чуть побольше сделать. Поедем дисочки еще побольше сделаем. Так, я не знаю, сейчас номер рая найду или нет. Доедем до ЕКХ и будет видно, наверное. Я думаю, я хочу вообще именные поставить, но... Но, у меня там ошибку дает, если я именные ставлю. Диски, да, тут же. Так, перенастройки колес чуть-чуть побольше. Во. Развал спереди. Ай, толщина, так точно тут развал. И сзади тоже чуть-чуть добавить развала. Во, но это, мне кажется, уже покрасивее что-то получается. Ну, такое, конечно, диски, оно как-то спорно смотрится. Диски как-то не очень. С BMW, конечно, диски как-то непонятно. Такое. Кто спросит, то есть. Поеду гляну сейчас.
Хамон нам все равно не хватает. Давайте глянем, если мне что-то другое понравится, поставлю другие диски. Я только я могу купить одни диски, а потом захотеть резко другие. Ну, вот такие можно, но тоже такое себе. Ну, точно не с XA диски. Ой, не с XA, а не с Мерина. Так. Вот это мне нравится, но я не помню, не красится или нет. Если красится, то их поставим. Так. Я думал, оно будет нормально, а вот так. Вроде норма, вроде нет. Ну, восыны. Ну, конечно, они смотрятся на иксе. Но не буду. Да. Волки вот эти нормальные. Несмотря не очень что-то идут. Вот такие еще мне нравятся, типа с полкой. Ну можно, они не особо дорогие, конечно. Это за BMW-шные диски я 200 кусков отдал. Ну хз, хз. Ну как-то... Ясно, ставим. Пай-пай-пай. Если перепробую все диски. Зад. Теперь. Так. Так, так. Так, сейчас. Ого, мемки тут вылетают. Сейчас зад еще надо тряхнуть все дисков. Они что, красятся вроде бы. Все дисков надо что-то. А, эти не красятся. Ну ладно, то оставим, так тоже сойдет. Если что, дальнейшее поменяем. Да, зад тут чуть надо. Лес ставить так. Ну да, чуть-чуть давайте отрегулируем, пока мы тут недалеко. Да, уже 4 километра наездили. А лагает это, скорее всего, уже видеокарта что-то не прогружает. Вот. Да, конечно, сейчас бы потратить X бы 10 лямов, конечно, капец. Так, что я хотел? А, так, так, давайте попробуем. 525 даже. О, так вроде нормуль смотрится. Так, вроде бы норм. Погнали на ИКХ. Да, конечно, трачу сейчас сегодня жестко. Так, сейчас, когда я до ИКХ, так и продолжим. Итак, я так и не нашел, короче, номера какие-нибудь блатные для своего X5M. Желательно хочу на московском регионе или на питерском, вот. Так я не нашел, простоял тут, не знаю даже сколько. Вот, бэху, которую я купил на БУ, номер ВОР 730, 97 регион на Москве. Была она черная, диски такие, ну, стороны вот тут где-то были, они широкие, стояли очень выдвинутые еще на полностью стоковые. Я поменял цвет, поставил диски, притонировал, чип поставил, чуть занизил, ну, короче, я ухаживал за ней за один день. Вот, ее купил за сегодня, примерно 1700 потратил, она 500, ну, считай, 600 тысяч диски. Тонер, ксенон, вот, X10-300, тюнинг, вышло лямов 15, я за сегодня потратил, за эту серию получается, вот, на этом заканчиваю нашу серию, с вами был Санек 050, всем пока, подписывайтесь на канал, ставим лайки и до следующего видео.